Ну что ж, всем привет! Давненько не было у меня на канале и в страничках социальных сетей очередных видосов про Светлану Анатольевну и ее хахаря. Итак, новые видео смотрим внимательно. Первое. Фотография первая. Ну, короче, смотрим первое видео. Вы наверняка видели эту фотографию, где мой отец с медведем, значит, в чем ее здесь предназначение? А в том, что каждый день мой отец с матерью снимали вот эту сафую в полоску и вставляют ее полуголой, целовать ее портрет, вот сейчас как я делаю. Что тут у него еще? Вот этот самый обычный шкаф под телевизор. И самое обычное, вот это вот самый обычный статуэтка хоккеиста. Однако жидкость там не самая обычная. Вы уже догадались, там водка. Там водка. И что мне хотелось еще рассказать, значит, про коррупцию. Все деньги из родительского фонда Светлана Анатольевна потратила вот на эту сумку, чтобы ее муж ходил на хоккей, и на вот эти вот обои. Она хочет сделать ремонт. Ну что ж, с вами был Денис Кривошеев об ситуации в семье. Спасибо за внимание. Как выключать-то, блин? Ну что ж, продолжаем серию. Так, это мы отложим. Там про наемников в Сирии. Это отдельная тема. Что у нас еще есть? А, вот есть. Видео было сделано ночью, поэтому сначала будет черный экран, но потом кое-какой, скажем так, бесок вышел на мой шерсток. В общем, сами сейчас смотрите. Вот он. Как вы видите, я ни хрена не выключил по требованию отцу свой телефон. Что там у нас еще есть? О! Отец переодевается. Что-то много видео про отца, но будет из протокола удалено. А, это все? Что там еще есть? Раз, два, три, четыре. Так, это мы видим. Это вы сейчас увидели. Есть. А, вот он, короче, жрет лимон. Мой отец жрет лимон. Малькин Картер, как его все называют. А почему называют Малькиным Картером? А потому что он не носит обручальное кольцо. А эта мать подметает. Точнее, убирается. Вот, заметил. Так, идем далее. 43, да, у нас это у нас видео. Ага, ну 23, да. 22. О, Светлана Анатольевна. О, Светлана Анатольевна шевыряется в своей сумочке. И не знает, что ведется оперативная съемка. Так, далее. Это мы видели. Это тоже. 22. Это да. Так, ну это не то. Это вы видели пожар в Самаре? А, вот. Вот, ну, самое интересное под конец видео, конечно же.
Светлана Анатольевна недовольна вами всеми, как всегда, но в неожиданных ракурсах. И вновь полезла в мусорку. И вновь она полезла в мусорку. Ее отец заставляет питаться оттуда. Так, 23. Это опять жрет мандарины. Это... Но больше действительно видео про отца. Наснимал, чем про мать. Так... Ну, это я тут. О, вот это шикарный кадр. За что мы все любим Светлану Анатольевну, мою мать? За то, что она пятерки ставит? Нет. За то, что она бесплатно убирается у кого попало. В частности, в коридоре моего дома. Заметьте, не в квартире. А в коридоре, то есть на лестничной клетке. Так, это про уборку. Про уборку. Ага. Еще что у нас? А, вот. Мордвин. Жрет мандарины, вот, видишь. Так, но видео на этом приказали долго жить, то есть закончились. Но есть фотографии. Такую паузу выдержал, да? Есть фотографии. Минуточку внимания. Фотографии. Вот. Отец, значит, в профиль. В профиль. Так, потом, ну, я думаю, что это будет на заставке. Отец у меня кидается хлебом, вот он, тип мордовской наружности. Потом, вот он прячет постыдные глаза. Ну, хватит, вот так, это порнография. Так, А вот моя мать. По фотографии кажется, что она спит, но на самом деле она не спит. Она болтает с подружкой тетей Леной Ходячевой. И вон, если приглядеться, видно телефон. Нет. Так. Вот. А вот Светлана Анатольевна, так сказать, в постели. Вот. Ой, не на то... Ушло. Вот. В постели Светлана Анатольевна. Так. Ну что, все? А вот, в завершении опять... Да, что-то больше про отца удалось наснимать, чем про мать. Но тем не менее. А вот отец... Барсук. Все хавает тебе в рот. Эти лимоны, ух, он очень их любит. Ух, барсук. А, нет, еще не все. Срач-то я вам. Ну, по-моему, это уже было. А, не было. Срач в квартире, короче, мать устроила. Сейчас скажу. Да, тут еще не помню, на новогодние каникулы. Вот, срач, ее. Талмуды, вот они, талмуды, о,
Много талмудов. Ну, а это наш разрушенный диван. Правда, отец его починил, но тем не менее. Вот что творилось в нашей семье. Ну, считайте, практически за первый квартал нового 2018 года. Спасибо за внимание. До встречи.